Здравствуйте, меня зовут Илья Сейдзада. Я хочу вам сказать стихотворение Михаила Исаковского. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кто б не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, что здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал, что мог. В бою себя не пожалел, а родину сберег.